Домашние лепешки с мясом и картошкой. У меня уже готова начинка. Я сформировала лепешки. Начинка — это лук и вареная курица, перемешанная с картошкой. И таким вот образом мы заполняем начинкой наши лепешки. Лепешки я делала вручную без скалки. Второй половинкой теста закрываем лепешки. Вилочкой я сделала красивые края. Вот так вот они выглядят в запеченном виде. И они получились на самом деле очень вкусные. Если вам нужен рецепт теста, пишите в комментариях, я напишу его.